Здравствуйте, ребята! С вами Мацисба, Good Morning. Урок физической культуры, третьей четверти, пятый класс. Раздел «Занимательные игры на взаимодействие. Баскетбол». Тема урока «Обучение основным навыкам решения проблем посредством игр». Цель – определять роли, обусловленные различными контекстами движений. Научиться технике передачи баскетбольного мяча двумя руками от груди. Техника безопасности. Заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения учителя. Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию. Не использовать его не по назначению. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других. Это часы, браслеты, висящие сережки и так далее. Ногти должны быть коротко острижены. Не толкать, не бить по рукам, не ставить подножки. Знать и соблюдать простейшие правила игры. При выполнении комплекса общеразвивающих упражнений на месте не делать резких движений. А сейчас, ребята, давайте выполним общеразвивающие упражнения на месте. Ребята, при выполнении общеразвивающих упражнений на месте не забываем про технику безопасности. Все предметы рядом стоящие должны находиться в 2-3 шагах от вас. Первое упражнение – подтягивание. Исходное положение – основная стойка. Подсчет 1 – руки вверх на носки. Подсчет 2 – руки за голову на пятки. Исходное положение – принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Спина прямая. И 1, 2, 3. Стой. Следующее упражнение. Повороты головой. Исходное положение. Ноги врозь. Руки на пояс. Подсчет. 1, 2. Повороты вправо. 3, 4. Повороты влево. Исходное положение. Принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Стой. Следующее упражнение. Круговые движения прямых рук в плечевых суставах с прыжками. Исходное положение. Основная стойка. Подсчет. 1, 4. Круговые движения вперед с прыжком. 5, 8. Назад. Исходное положение принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стой. Следующее упражнение. Змейка. Исходное положение. Ноги врозь. Пальцы кистей рук в замок. Подсчет 1, 4. Волнообразные движения кистей рук. Исходное положение принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стой. Следующее упражнение. Наклоны туловища. Исходное положение. Ноги вширь. Руки на пояс. Подсчет 1. Наклон к правой ноге. Подсчет 2. Наклон в середину. Подсчет 3 к левой ноге, подсчет 4 исходное положение, прогнуться. Исходное положение принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3. Стой. Следующее упражнение. Круговые движения в коленных суставах. Исходное положение. Ноги врозь. Руки на колени. Подсчет 1-4. Круговые движения внутрь. 5-8. Наружу. Исходное положение. Принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Следим за дыханием. 5,
6, 7, стой. Следующее упражнение – круговые движения в голеностопе. Исходное положение – ноги врозь, руки на пояс. Подсчет 1, 4, правую ногу назад на носок, круговые движения. 5, 8, меняем. Исходное положение – принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4, поменяли ногу. 5, 6, 7, 8, поменяли ногу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, стой. Следующее упражнение – прыжки. Исходное положение – ноги врозь, руки на пояс. 5 прыжков на правой ноге, 5 прыжков на левой ноге и 15 прыжков на двух ногах. Исходное положение – принять. Упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Стой. Спасибо за внимание. Кратко о баскетболе можно сказать, что это спортивная командная игра, в которой игроки забрасывают мяч в корзину, состоящую из кольца с сеткой внизу. Родиной баскетбола являются Соединенные Штаты Америки. Игра была придумана в 1891 году в учебном центре Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс. Чтобы оживить уроки по гимнастике, молодой преподаватель, уроженец Канады, доктор Ней Смит, придумал новую игру. Он прикрепил к перилам балкона две фруктовые корзины без дна, в которые нужно было забрасывать футбольный мяч. Отсюда и название игры: баскет, корзина, баль, мяч. Передача мяча – один из важнейших и наиболее технически сложных элементов баскетбола, самый главный элемент в игре разыгрывающего защитника. Умение правильно и точно передать мяч – основа четкого, целенаправленного взаимодействия баскетболистов в игре. Передача мяча двумя руками от груди. Мяч берется двумя руками с широко расставленными пальцами и держится на уровне пояса. Левая или правая нога выставляется вперед. Ноги согнуты в коленях. Пальцы обращены вперед, вниз, локти опущены. Поворотом кистей мяч подвигается к груди. Кисти с предплечьем составляют прямые углы. Пальцы обращены вверх. Мяч посылается вперед резким упрямлением рук до отказа с добавочным движением кистей. Для усилия передачи тяжесть тела переносится на левую ногу. Этот прием считается в баскетболе основным, так как им можно передавать мяч наиболее точно на различные расстояния. Кроме того, мяч все время закрывается туловищем, благодаря чему его легко контролировать. Эту передачу целесообразно применять в большинстве случаев. А сейчас, ребята, давайте выполним подводящее упражнение. Упражнение «Выпады» с имитированием передачи мяча от груди двумя руками в баскетболе. Исходное положение. Ноги врозь. Руки перед собой, согнуты в локтях. Пальцы кистей рук широко расставлены и направлены вверх. Подсчет раз. Выпад правой ногой вперед. Руки разгибаются в локтях вперед до конца. Подсчет два. Исходное положение. Подсчет три. Левой ногой выпад вперед, руки выпрямляются до конца вперед, подсчет 4, исходное положение. Исходное положение принять, упражнение делать начинай. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, локти опущены вниз, 3, 4, 1, 2, 3, 4 и 1,
два, три, стой. Хороший пас – это пас, который может поймать товарищ по команде. Совершая пас, сделай шаг в направлении принимающего, чтобы сократить дистанцию. Как и при броске в кольцо, мяч во время паса должен крутиться в обратном направлении. А сейчас, ребята, давайте проверим ваши знания по уроку, ответив на пару вопросов. Передача мяча – это? Правильный ответ – один из важнейших и наиболее технически сложных элементов баскетбола. Самый главный элемент в игре. Молодцы, ребята, кто правильно ответил на данный вопрос. Родиной баскетбола являются... Правильный ответ – Соединенные Штаты Америки. Молодцы, ребята, кто правильно ответил на данный вопрос. Урок окончен. Будьте здоровы, ребята. До свидания.